Всем привет, мои друзья! Сегодня я вам хочу показать обзор своих монет, которые я находил в огороде при копке картошки и вообще с металлоискателем брал на прокат. Вот что я находил. Вот эти вот монеты. 6 штук. Они сделаны из меди. И одна обработана серебром. Что-то в этом роде. Так вот, значит, находил я эти монеты в огородах, короче. Ну, они и попадались при копке картошки. Значит, когда копаешь картошку, видишь, что-то с лопаты в земле вылетает. Оказывается, это монета. Ну, одну нашел я с металлоискателем. Значит, вот эту я монету 2 копейки 1800 года. Написано П1, получается Павел 1. Она медная, покрылась какая-то медным купоросом или что-то в этом роде. Значит, нашел я ее с металлоискателем, брал на прокат, и вот такая вот монета 1800 года. Не знаю, сколько у него цена на рынке, но рублей, наверное, 300, так как экземпляров их было много. Следующая монета, которую я нашел, это тоже царская монета. Царская монета 1831 года, двухорловая. Сделаны из медно. Здесь написано 5 копеек. Но она уже потертая. Толщина где-то 3 мм. Кстати, в 1831 года, а это 1800-го. Тоже не знаю, какая цена, надо посмотреть. Так, следующая монета, тоже двуглавый царский орел. Тут кто-то сделал гравировку, видимо, это уже было до меня. Такие насечки. Видимо, когда нашли, обработали шкуркой. Очистить от грязи. Это уже 1851 года, 5 копеек. Написано на московский завод, монетный двор, что-то написано. Такая вот. Так, следующая маленькая монетка. Смотрите, тут написано медная российская монета 2 копейки и двухглавый орел. Медная российская монета 2 копейки СПБ, Санкт-Петербургский монетный двор, что ли? Не знаю, 1878 года, это уже 1878 года. Такая вот монета. Насечки. Она сохранилась получше. Тут уже видно все узоры. Вся выбитая гравировка. Тоже нашел при копке картошки. Копали, и вот попалась она. Кстати, странно у нас огород. Попадаются такие вот монеты. Так, еще одна монета. Николай, первая буква Н1. Тоже надпись такая вот. Толщина. Тут написано 2 копейки серебром. 1846 год. 2 копейки серебром. Скорее всего, она была обработана напылением серебром, так как сама сделана из меди. Эту цену я не знаю. Но, скорее всего, небольшая цена. 1846 год. Такая вот монета. Так, дальше.
и последняя монетка. 5 копеек. Медная российская монета. Пять копеек. Тут уже 1879 года. СПБ. 5 копеек. Медная. Тоже двуглавый орел. Ну и вот, значит, весь мой обзор монет. Так, получается, 1800 год. 1831, 1856, 1871, 1878 год и 1879 год. Вот все по порядку. Значит, Петр I. Написано ФХ. На орле написано ФХ. Не знаю, что это означает. ФХ. 1831. ФК. Так, Николай I. А, здесь, скорее всего, Павел I. Это не Петр, Павел I. Ну и, значит, тоже орел. И все, вот весь мой обзор монет. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.